Доброе утречко. Ребята, посмотрите, какая здесь красота. На Драгобрате. Сегодня практически плюсовая температура. Слышу, сосульки капают. Теплышко хорошо как раз для того, чтобы кататься. Погодка. Идем обувать сноуборд и попробовать катнуть разочек. Вокруг, конечно, красота неописуемая, ребят, смотрите. Горы, горы, горы. Видно, что плюсовая температура, все подтаивает. Под ноги смотрю, здесь такой спуск. Можно навернуться. Все, ребята, погнали. Попробуем катнуть на Драгобрате. Здесь оказывается такая система. Нету единого лифтикета. Нужно платить за подъем за каждый. Вот, сейчас посмотрим, как оно все тут работает. 50 или 80 гривен. Один подъем. Вот, скатываешься. Хочешь еще забраться, еще платишь. Но до лифта еще надо пройти пешочком. Не совсем ясно, как это тут маневрировать. Карты нету, а гор немерено, дорог немерено. Неохота куда-то далеко съезжать, чтобы потом на УАЗике возвращаться. УАЗик там стоит что-то 120 гривен. Снегоход. На вот таком, конечно, по холмам покататься было бы прикольно. Я думаю, что здесь где-то в аренду можно взять. Грейдер пошел наверх. Повез каких-то альпинистов в оранжевом. Будут, наверное, с самой вышки ехать. Вон там наша хатка. Сюда надо немножко пройтись до лифта. Ну, буквально 100 метров. Очень короткое расстояние. Сядьте собі пас у ту будку. А, ну давай, да. Ти на цьому їздила? Пробуем. Да, конечно, я первый раз, чтобы так лифтикет покупать на каждом горе. Это только, наверное, здесь так, да? Буковели то же самое или нет? Или там берешь нет, и поехал? Нет, там скипас берешь и все, да, и да, едешь да. Куда хочешь. Ага. Ну да. Карпатская чайка. Это горка называется, да? Ну да. Подъемник. А, подъемник. Ну, подъемник, да. А сложно? Сначала подъем серьезный такой. Большой, конечно, комплекс этот Драгобрат. О, кстати, вот это, кажется, наша. Такая вроде гладенькая, классная. То, что надо. Но там смотрится достаточно резко. Кто на лыжах, кто на снегоходах. Тут, короче, для каждого есть свои дорожки. Я первый раз на Драгобрате. Последний раз были в Грузии. Но на первый взгляд смотрится классно. Ох, ну там капец. Там вообще жесть. Супер резко. Стоит, тут оказывается такая система. Тут нельзя взять один скипас и кататься целый день. Тут берешь отдельно подъем. Отдельный подъем стоит 100 гривен, это я не знаю, 4 доллара, да, где-то, и поднимаешься. Понравился, спустился, можешь взять несколько подъемов сразу. Или переехать на другую какую-то гору. Неплохо, в принципе, с одной стороны, смотря для кого.
Если ты уже накатался за 3-4 спуска, то, в принципе, нормалек. Если хочешь еще, ну, типа, можешь еще заплатить. Грубо говоря, 10 раз съехать, даже если по 100 гривен, это 1000 гривен. 1000 гривен это где-то $40. Да, я думаю, что нормально. Но что-то я предчувствую, что 10 раз не получится съехать. Гораздо меньше. Песик, песик, внизу на цепи. Ничего себе, снегоходы такие прикольные. Никогда таких не видел. Тут, кстати, везде можно съезжать. Фрилайд. Уже снова. Тоже опасно на них, можно перевернуться, если боком ехать. Нехилая здесь высота, правда? Пейзажи, красота. Сильно отличается от Грузии, конечно, но тут свой шарм. Тут такой лес, посадочки между елочек, ездишь так. Красота. Ничего себе, долго мы поднимаемся. Хороший такой подъемник, далеко. Можно будет потихонечку съезжать, съезжать. Главное не потеряться и не уехать в ненужное место. Опять мотоциклисты. У них тут целая команда, ничего себе. Делают, короче, с дёртбайков, похоже, с обычных мотоциклов, вот такие вот эти снегоходы. Обалдеть, как круто смотрится. Ну и, конечно, надо уметь ездить однозначно. Там вообще все в тумане. Поехали потихоньку. Помчали. Продолжаем путь с горы.
Мне интересно, куда они все-таки едут все? Обалдеть. Интересно, сколько стоит? Может, тоже 100 гривен поднять? Вот там пацан, который тут варка, что надо. Кого тут нет? Обалдеть. О, прыгнул. Привал на минуту. Ты чекаешь, а? Нет, все. Там у них тут звон. Може, підемо на бугільок до них трошки, там де легше, ні? Ну, Руслан. Та тут легко, мені кажется, вообще супер легка горка. Ми ще вниз не з'їхали. Я не бачу хто. Тобі тяжко їхати? Роз'їздиться, просто перший спуск такий, второй буде легше. Ноги привикнуть. Не, вот эта мне горка вообще заходит супер. Легкая, пейзажи такие, то, что надо. Быстро съехали. Да, можно брать смело 10 съездов. Аня, да? Вообще супер. Я думал, это тоже крутая, нормально. Ю-ху! Классная горка. Ну, уже привыкла чуть-чуть. Но. Не, ноги с первого спуска болят, а потом уже ничего, нормально. Ну, едем туда, подъемся. Едем, поднимемся на том бугельку разок. На бугельку? А он маленький вообще, типа, да? Ты качаешь, ну. Подъемся, что они там разные. Че, берем пару спусков здесь еще. Да, что там есть, взагалі? Тут треба брати по 4. Я тоже подумал, надо снимать нафиг куртку. В этом ездить в худе. Жарко. Тут распадаешься. Смотри, бордер поехал вниз. Ребят, тут очередь за скипасами или уже кто проходит? Не знаю. На дорогу, да? Извините, а вы за скипасом стоите или уже на лифте, да? Я просто стою. Тут непонятно. А что ты бишь, Лёма, что-то я не поняла? Мы все хотели в шлёма. А ты будешь потихоньку падать? Сегодня вообще до трех оказывается. Ремонт, технический неполадки. О, Руслан. А? Еще один разочек спустимся за 100 гривен. Мне понравилась эта трасса, очень такая супер легкая и плавная. А потом спустимся, может, сюда на Мугирек. Ну, тут типа вообще не знаю, смысла нет кататься, наверное. Слишком маленько. Пацаны, короче, гора. По боку горы валят на вот этих... Хаскварнах, как они их здесь называют. Короче, это мотокроссовый байк, переделанный в снегоход.
принципе, что можно сказать про эту горку? Нормальная такая, можно покататься. Не Грузия, конечно, но... Так, спокойно, без кипиша, погонять, почему бы нет. Недорого, цены доступны и на жилье, и на скипас. Получается, в пределах там 20-30 долларов в день, скипас. Ну что, друзья, погнали в очередной раз. Катнемся с трассы. Третий разочек. Я уже немножко поменял одежду, потому что жарко капец. В куртке супер неудобно. Одел две кофты, шапочку и нормально чувствуется себя. Уже более двигаться можно, знаете, когда едешь. Много вот такой вот целины здесь, ребята. Кто хорошо ездит сюда, можно прям пам-пам-пам-пам по лесочку, и выезжаешь к другому лифту, к большому. Место, в принципе, для каталочки есть для всех. И легкие дорожки, и тяжелые супердорожки такие крутые. И вот такая вот целина для любителей. Вообще экстрима такого. Но сложно здесь без палок, если кто на лыжах, конечно, ровненько, слишком ровненько. И выбираться придется так, своим ходом. Ха, то вообще по земле там едет, я не знаю, видно, точка двигается. Ветром снег поздувало и, ну, практически нет. Наподобие, как мы только что съезжали. Это все целина, 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 целина. А там уже трек идет. Красота. Местами вышло солнце. В Карпатах туман рассеялся к концу дня, и стало видно макушки этих красивых гор. Оттуда мы в прошлый раз ехали по льду, туда на грейдер. Ну что, наверное, последний раз съезжаем, и все, лифт закрывается. Будем двигать в сторону отеля. Продолжение. Шашлыки еще помню. Стейки. В общем, уже проголодались, наверное. Так, ребята, мы на вершине горы. Идем мутить фоточку возле ротрака, как его здесь называют. У нас это грейдер. Здесь на вершине горы тоже кафешки такие, можно покушать. И все. И куда едем? Там спускается нормально. А, ладно. То все, у нас, у нас есть скики. Что? Велики вас, вас трое, а нас... Думаю, поехать на ней, не поехать наверх. На тракторе там. Что, попробуем? Пройдемся сейчас, даже пешки, нормально. А сколько стоит? 100 гривен. Ну, нормально. Тут даже для видоса. Ну, едем, правда? Ну, то что мы, один раз, кто его знает, когда мы едем. Поехали. Да, да, осмелились поехать наверх. На такой вот штуке. Первый раз в жизни. Посмотрим. Вот, поднимемся на вершину Карпат. Место, куда лыжи спадут. Да ты шо? Западно! Поломает сразу. Огонь! Ну.
Сюда, да? А, ну все, туда она хай летит. Все, садимся на трактор и погнали. Оп. Вот так. Вся команда. И наши, и не наши. Мы, короче, взяли шер. Как минимум, что ли, 8 человек. Да, это круто. Это очень круто, да. Покататься на лыжах и покататься еще на таком танке, это вообще, да? Ну. А ретрак называется, знаете как? Как? East and Boy. О, это, наверное, какой-то такой древний фирма, да? Погнали! Поехали! Гараж Абдар! Вот это за него! Деки тут обрив! Там скала, да? Скала, да? Деки обрив, да? Жандар, 1763 метра! Что-то да! Красота! Все позамерзало! Кто-то катался и погиб, к сожалению, наверное. В тумане вообще, в облаках. Опасно, конечно, здесь лед. Я не буду ехать, Руслан. Не, нужна дорожка. Да, в принципе, мы можем... Лёд на вершине, там лёд. Мы можем все пить назад, слушай. Нафиг нам ехать, знаешь? Я думаю, съезжаем назад, а там уже поедем. Пойдем, сходим к кресту. Такой лед уже все замерзший на горе, это вообще вершина горы Жандар. Жандар. Даже интернет работает, музыка, слышите, играет на высоте. Вообще. А внизу уже все. Скала отвесная. Страшно. Пойдем назад. Съезжать отсюда что-то неохота. Лед конкретно. Без удовольствия вообще. Едем дальше. Это была пик горы. Вершина горы. Продолжаем движение. Комусь потрібен телефон? А що на горі? Так, всю дорогу стояла. Ось скотиняк. А давно? Ото, да, от це історія, ребята. То крест, видите? Печальна історія Ромео і Джульєти. Як жена пилила мужа. Как жена пилила мужа.
Они зашли на гору, и муж отправился на небо отсюда сразу. Поэтому, жены, не пилите своих мужей. Ну, ребята, давай. Кто не рискует, тот не пьет горячий чай. Пробуем отсюда съехать. Вот такая целина, что-то я не знаю. А? Думаю, что сейчас у нас будет экстрим. Разгружаем. Пойдем по целине. Все, дядька нас покидает. Едет в неопределенном направлении. Везет ребят без лыж на низ. А мы уже постараемся отсюда махнуть. Вот вижу, там люди катаются внизу. Ага, сноубордист поехал тут. Смотри. Вау! Ничего себе. Девочка, да, пошла как-то? Девочка, да? Да. О-о-о. Игорек! Тормози! Не знаю, пока иду пешком, несу доску. Ехать здесь что-то вообще не вариант. Сейчас будем думать. Скажу, стремновато, но поедем. Да, много. Так, Вадим крутится вот так. Вот. Ну. Тормозник до него. Будем у нас их пенять. Нам надо было на этом съехать, я думаю, на грейдере. А? Это, тут не по приколу ехать. Тут лед. Да? Сейчас попробуем. Что спать? Куда мы едем? Зарывается. Капец. Да поехали хоть по какой-то нормальной только дороге. Вот тут лед, ехать вообще невозможно. Еще мы тут выпрыгнули, блин. Ладно, едем на дорожку ретрансформера туда. Еще тут куда не шло, да? Там лед галимый. Да. Игорек, давай левее. Так, газуем по чуть-чуть. Ах, держись. На тормозах потихоньку. Ехать супер стрёмно. Едешь как на перине. Он в это как вот порошил его немножко. Давай вид потихонечку. На тормозишках. Нет, то не катание, то ерунда. Конечно. Надо было на ретраке съехать до лифта. Что? Ты поприкалываться решил? Да нормально, блядь, краси я боеваю. Разве что постоять на вершине горы, подышать свежим воздухом. Не, ну красота, правда. Красиво, красиво. Мы реально находимся... Гальму и вид. На хорошем... Я езди просто гальму и вид. Блуже, а сильно, сильно блуже. О. Вот так и... В эту сторону.
Красота. У меня уже денег вообще нет на АЗУ. Мне надо спускаться к своему лифту, бро. Все на трактор вытратил. Что, Евита, иди до тебе? Тут уже пологи, шагорка, все, вот вы. Отдыхай. Никто не ездит дуже полого. Это мой лид. Это самая стрёмная горка, на которой я катался вообще в жизни. Дебильная горка. Лид не можливо загальмувати. Это даже не целина, это ратрак такой. И глина, и лид, и что не хочешь. Но лед, да, лед это вообще жесть. Ну ничего, спустимся, нормально. Так. Какая-то другая горка, а у нас скипас вообще не туда. Оказывается, съехали, где мы были. Я думал, мы вообще с другой стороны горы съехали. Думаю, что, вот и я не ориентируюсь. Тоже какая-то же кафешка. Наш лифт. Фу, ну хорошо. Значит, это. По билетике только на один скипас. А пришлось бы еще покупать, а бабла нема. Так. Прикольный палки. Последний наш лыжник спускается. С жандарма. Как тебе спуск с жандарма? Шикарнейший, да? Класс. Надо на коньках просто спускаться. Да, да, да. Лыжи тут вообще были не кстати. Я хочу полная куртка была снега. Короче, поехал, можешь аппарат, можно. Да, да. Ну, сейчас 2 часа. Сын, я думаю, 2 раза можно еще съехать и, в принципе, идти в отель. Ребята, идем в отель. А я думаю, можно лыжи сними, да, если хочешь. Ну, тут неровная дорога. Все. Ну, немножко покатались. Для первого дня нормально. 4 раза съехали. Пойдем. Еще и на грейдере забрались на скалу. Супер. Что, Игорек, как тебе денек сегодняшний? Классный, правда? Начался так непонятно, но... Начался так себе, непонятно было, куда ехать, что да как, а потом классно. Ну, даже не катаясь на лыжах, ребята, можно радио такого вида сюда приехать, в такой домик или отель, снять комнату, хоть летом, хоть зимой, отдохнуть, походить, подышать горным воздухом, пожарить шашлычки. В общем, тут вариантов... Вариантов немерено. Пробираемся назад по тропинке. Нелегкий это путь. Один из сложнейших. По снежку вот так вот закарабкаться. Дальше там уже лесенка пойдет. Ну, лесенка уже полегче. Тут внизу все тает. Плюсовая температура. Мы только заехали на отель, вышло солнышко, ребята.
Последние люди спускаются. Ох, ё, он сейчас уедет куда? Валя, снимай меня. Давай, давай. Камера. Экшн. Разгончик, разгончик. Я тоже Федю потом тул, думал, он в УАЗик. Он сейчас в крышу заедет сюда. Класс. Да тут нереально. Идем гулять в центр. Тут фан. Центр города. Так его назвать. Катается на тюбах. $50, 20 минут. Ты зрелишь? Вышли погулять в центр. Наша бригада в темноте, никого не видно, но мы здесь. Вспышка. Кувырком пошел. Трюк, это трюк. Я у каждому буду видавати поплюшку і запускати. Тобто шнурок в центр. Замість. Ножки догори. Тримайте за дві ручки. Зрозуміло? Не тормозим. Наверху дві палочки. Ви їх побачите при підйомі. Вгорі ви не штовхаєте, паровозиком заборонено. Підйом зліва, спуск справа. Правила безпечності пройшли. Теперь наша очередь пришла. Ножки вверх, только не тормозим. Ноги вверх, да, чтобы не поломать ноги. Ох, тут склон нормальный. Такое чувство, кажется, что вылетишь за бока, знаешь. Да, да. Ох, ё. А чтобы на дороге никто не попался. Тут в центре движ. Ох, он еще и с разгону пошел. Я молчу. Вот такая красота, чтобы вы понимали, ребята, это рояль. Все, кидаем северный полюс, движемся в сторону дома. Уже приехал за нами в этот раз серого цвета. Нива тут какая-то еще спортивная. О, вот так надо ездить, ребята. Вот это да. Сила. Без цепей не заехал, примерно, да? Два глушака, вот это да. Это аппарат. Но самый проходимый, это, конечно, буханочка. Наши спускаются. А вот сюда, в этот, ага. Так, дорогобрат, хорошие были выходные. Покатались вдоволь. Отдохнули. Теперь начинается рабочая неделя. Для многих. Погнали. Домой. Гайс. После... Скажите до свидания. Уставший. Дорогобрат. Мы говорим, до свидания. Сейчас, если мы развернемся, а мы развернемся. Но. Помчали.
ретрак иногда проходит, да, чистит? Да, чистит. Иначе бы по пояс бы тут снял. А насколько двигуна до ремонта стоит далее? Ох, переключение. Так что пару раз за сезон треба ремонтувати. Ничего себе. На такие горы забираться. 88, да? 2008. 2008. Новый? Ну, это уже инжекторный. Ну, что же. Инжекторный? Да. Новый текстур. Новый теперь 2020 року. Поменяли кузов. Щось там ще додали, та десь 1,5 мільйона гривень. Ну, такой же надежний, нормально, да? Кузов трошки інакше, але це вже не знаю, який він за надежний. Помчали. Не знаю, заехал би я на Іксі туди. Навряд ли, звісно, да? На літній резині такой. На даний момент. При такой погоде, наверное, уже заехал. Может быть, и заехал бы, да? Ну, смотри, какие тут простые тачки заезжают. Ну, тут бугры капец, позбивали бы уже их сначала, да? Или смысла нет? Так, нам налево. Какая красота, река, горы. Что, мы в Яремче сейчас или сразу домой? Не, ну, заедем Франкист. В Яремче на кофеек. Ну. Ты же был, да, в Яремче? Один раз. Угу. Буквально на водопад сходили, как бы, ну, так классно, мне понравилось. А тут дорожки сухие.